Спасибо, Господь. Yes, I want to begin to share some of the word with you tonight. The Lord's put on my heart. Я хочу поделиться словом, которое Господь положил мне на сердце на сегодняшний вечер. Thank you, Lord. Спасибо тебе, Господь. Thank you, Jesus. Спасибо тебе, Иисус. It's a wonderful joy to be back here in Odessa. Для меня это большая радость вернуться в Одессу. Thank you, Father. Спасибо, Отец. I can still just see ministering grace resting on people. Я еще вижу, что служение благодати такое сейчас почиет на людях здесь. Thank you, Father. Спасибо, for continued work. За продолжающую работу. We came here to the Ukraine the first time in 1990. Мы первый раз приехали в Украину в 1990 году. Prior to that, we started in Moscow, Russia. До этого мы были в Москве, перед тем, как приехали в Украину. And didn't know where to start. И мы не знали, где начать именно свое служение или как свою работу. We decided we'd go inside the Kremlin. Мы решили, ну что, пойдем в Кремль. To share the gospel in the Kremlin. В Кремле мы поделимся Евангелием. And as we were doing that, когда мы это делали, с людьми делились Евангелием, some KGB agents came and said, "What are you doing?" Подошли два человека, несколько человек, говорят, что вы здесь делаете? We're sharing the gospel. Делимся Евангелием, доброй вестью. They said it's not permitted to do that here. А здесь они сказали, это нельзя делать. So I do dumb American tourist really well. А я сыграл хорошего блаженного американца. Oh, I didn't realize. А я говорю, а я так и не понял, что нельзя. And then they escorted us out. А потом они нас просто из Кремля вывели. To Red Square. На Красную площадь. And the spirit of intimidation was trying to rest on us. И вот этот дух такого давления и какого, ну эти вот противостояния просто налег на нас. And it's funny how unusual things can break those assignments. Как вы знаете, как такие есть вещи, которые невероятные случаи, которые разрывают вот эти вот дьявольские планы. There was a whole group of high school East Germans, communist East Germany. А тут как раз появилась группа восточных немцев, молодежи восточной Германии. And I heard one of them speaking English. А я услышал, кто-то сказал по-английски пару слов. And I found out it was her 17th birthday. И я подошел, спросил и узнал, что у этой девочки как раз сегодня день рождения, ей исполнилось 17 лет. So when I found that out, и когда я это узнал, I fell down on my knees before her in Red Square. А я упал на свои колени перед ней на Красной площади. And began to belt out Happy birthday to her. И начал петь ей с днем рождения тебя. But I did it this way. Но я сделал вот таким образом. Happy birthday to you. Днем рождения тебя. Happy birthday. God bless you. Бог благослови тебя. Happy днем рождения to you. And when I did that, когда я это сделал, something was broken in heavenly realm. Я могу сказать, что в духовном мире что-то произошло. And soldiers started running over with the rifles to see what was happening. Солдаты несколько бежали с автоматами посмотреть, что случилось. And we had all the Bibles, literature. А у нас куча Библии, раздавачек и всевозможных. Smile, Jesus loves you stickers in Russian. Такие наклеечки, Иисус любит тебя. Sticking it on people. Мы начали прикреплять на людей на их одежду. And after that. И после этого. The intimidation thing was absolutely destroyed. Вот это вот состояние давления и такого неприятности, оно было разрушено. So then,
Потом I get on the metro. Я поехал в метро. Where everybody's miserable. Когда в метро ты едешь, там все какие-то скучные. I wait for the doors to shut. Я ждал, пока закроются двери. And then I just stand up and I go, "Hello!" А я потом, когда закрылись двери, я сказал, "Здравствуйте!" That's really good. And so I would go down the aisle sticking those stickers on the people. Проходя в вагоне, я начал цеплять эти наклеечки на людей. Иисус любит вас. And then when I come to a stop, а потом мы подъехали к остановке. I get off. Вышел. But a whole lot of people would get off with me. И заметил, что еще куча людей со мной вышла. So I'd lead them to a secret prayer meeting. Я начал вести их к особенному собранию, там где тайное собрание. Or a hidden place. Такое тайное место. And I would bring them to Jesus. И я начал их приводить к покаянию. We saw so many people come to Jesus. В этот раз мы увидели столько людей приходили к Иисусу покаянию. Then. Потом, our last day in Moscow, последний день в Москве, we're going to the airport, уже на пути в аэропорт, and there's a Jewish family, an Orthodox Jewish family. Похоже, что были там пара ортодоксов еврейских. And they're trying to get in the airport. Они пытались забежать в аэропорт. I didn't really plan on telling you this story. Я не планировал говорить им эту вообще историю. Но I don't know, Father. Я не знаю. And these Russian soldiers were pushing against the Jewish family. Эти солдаты просто нахрапом на эту еврейскую семью просто не пуская их туда. Strong anti-Semitism. С таким антисемитским такими словами. Pushing at them and making fun of them. И какие-то что-то смеялись над ними. So I go up and I tell the bus driver to stop. А я подошел к водителю автобуса и говорю, а ну остановись быстро, прямо сейчас. And my team said, Jeff, what are you going to do? А со мной была команда американцев, говорит, что ты делаешь, Джефф, что такое? And, you know, my Texas thing kicked in. Знаете, моя техасская такая гордость техасская, она просто проявилась. Я сказал, посмотрите, как я это все исправлю прямо сейчас. But I really didn't have a plan. А у меня плана-то не было. And so I just start running towards the soldiers. А я начал бежать к солдатам. And as I am running towards the soldiers, вот то время, как я бежал к солдатам, I hear the scripture. Я услышал место писания, которое звучало в моей голове. And David acted like a crazy man. Давид притворился сумасшедшим. Пустил пину. Помните, да? At the gate of the Philistines. Возле Газы. Нет, вообще возле ворот из филистимлян. So I can do crazy. Я могу делать какие-то сумасшедшие вещи. Yeah. And so that's what I did. И вот то, что я сделал. I had a full beard. У меня тогда было много бороды, так что волос на лице. I let the spit start going down my beard. Я начал пускать слюну. Она начала. Just like David did. Похоже на Давида такого. And then I got those stickers. И потом еще у меня эти были наклеечки такие. And I just started sticking them on the soldier's uniform. А я начал на форму солдата это цеплять. And when I stick it on the uniform, I go. Я говорил. And so if I could read their minds, я мог читать их мысли. This is what I think I heard them say. Вот я думаю, что они говорили, так думаю. Борис. In your training, did you have specific procedure for encountering crazy American tourists? Ну типа такого. Боря, у тебя какая-то инструкция против сумасшедших американцев есть? No, Vladimir, I have no such training. Володя, точно нас не подготовили к этому такой ситуации.
And while they were completely taken with me, как только они занялись мною, эти солдаты, the Jewish family was able to come in to the airport. Thank you, Father. И пройти через них. And then we came to Kiev after that. После этого мы прилетели в Киев. And somehow we were invited to speak at a high school. Нам каким-то образом пригласили пойти в среднюю школу поговорить с ними. To 200 high school students. Там было где-то 200 студентов или школьников. And as I was speaking, в тот момент, когда я говорил с ними, many were crying. Многие плакали. I spoke 10 minutes. Я говорил с ними 10 минут. When I gave the invitation, я пригласил их принять Иисуса личным спасителем. Out of the 200, 190 came forward to receive Из 200 человек 190 просто вышли вперед, чтобы помолиться молитвой покаяния. Why do I share these stories now? Почему я вам говорю вот эти истории сейчас? Считай, 30 лет спустя. I believe there's another movement of Holy Spirit. Я верю, что еще одно движение Духа Святого, которое приходит, that is at hand. Которое недалеко. I believe же скоро, that there's coming a harvest. Что придет эта жатва. I believe, я верю, that we are being mobilized right now. Что Господь приготавливает нас, for мобилизирует нас. Greatest harvest к большому урожаю или же жатве, that we've ever seen, которую мы когда-либо могли представить. Я верю, that Ukraine, что Украина, is one of the leaders in Europe, является одной из лидирующих этих народов для того, чтобы благовествовать. When we our friends here in Ukraine, когда наши друзья здесь в Украине, they're planning churches all over Europe. И они говорят со мной, дают нам информацию, и мы узнаем, что украинцы начинают церкви вообще во всей Европе. We minister sometimes as much as 2 months in France, the same in Germany. Мы где-то около двух places. Мы около двух месяцев путешествуем по Европе, например, в Германии или во Франции. But I just want to say this. Я хочу вам сказать одну вещь. Ukrainian church has some of the most strong and fiery expressions anywhere. Можно сказать, что ты можешь определить вот это украинца с таким горячим энтузиазмом среди сотни людей, которые находятся в церкви. So we give you praise, Jesus. Мы благодарим Господа. We give you praise for what you're doing. Спасибо, Господь, за то, что ты делаешь. And we ask you for tonight. И мы просим, Господь, сегодня, that you would pour out your spirit on us fresh. Что ты изольешь на нас свой дух, твой дух святой. We pray, Lord, свежее помазание. For encouragement. Мы просим об ободрении. We pray the release of fresh hope and faith. Чтобы ты высвободил свежую надежду и веру. We pray for love and glory encounters even as we speak. Мы говорим о том, чтобы мы имели эту встречу, удивительную встречу в любви. We thank you for it in Jesus' wonderful name. Last night we looked in John 12. Вчера вечером мы смотрели местописание Иоанна 12 глава. About the cost of worship. Цена поклонения. And how that one act of that woman, Mary, at Jesus' feet. И то действие, которое Мирьям сделала у ног Иисуса, Иешуа. It filled an entire atmosphere. И что это, преломив этот сосуд, это благоухание наполнило всю атмосферу. And in John 13, в Иоанна 13 глава, we see Jesus, мы видим Иисуса, washing his disciples' feet, который омывает ноги своих учеников. We know in Philippians 2, Филиппийцам 2 глава, that he humbled himself, Писание говорит о том, что он смирил себя, that he took upon himself the form of a servant, что он взял на себя такое действие слуги. I want to say this to anyone who has aspiration to be a leader or a pastor. Если вы хотите быть лидером или пастором или служителем, имейте дерзновение. The greatest leaders,
самые лучшие лидеры поднимаются тогда, are the greatest servants. Hallelujah. Когда они начинают служить. Jesus said, Иисус говорил, he that would be the greatest of all, кто хочет быть среди вас большим, let him become the servant of all. Пускай тот станет слугою для всех. We see even with John's mother, даже мы видим с мамой Иоанна, she was trying to get her son's a position with Jesus. Она пыталась каким-то образом с Иисусом договориться о позиции их сына, ее сыновей. Get, Lord, grant me this. Господь, дай мне обещание. That one son could sit on your right hand, one sit on your left. Один сможет сесть по правую, другой по левую сторону твою. And Jesus said, но Иисус отвечал, is that disciples began to argue with themselves about who would be the greatest. В то время, когда ученики между собой спорили, кто из них лучший, кто из них, как бы сказать, достойный. He said these powerful words. Он говорил им следующие слова. The Son of Man did not come to serve. Ибо Сын Человеческий пришел не для того, чтобы служить, ему служили. But to serve. Но чтобы он мог послужить. And give his life as a ransom for many. И дать свою жизнь за искупление многих. He is our pattern. Он является нашим, как бы сказать, последователем. Мы должны последовать за ним. In love, в любви, serve служении. One another. I want to say that again. Я хочу еще раз сказать. In love, в любви, serve one another. В любви служить друг другу. I want to say it one more time. Я еще хочу раз сказать. In love, в любви, serve служить one another. Друг другу. Then we see here, now, дальше мы видим, that Jesus took it a step further. He washed his disciples' feet. Иисус помыл ноги своим ученикам. And then in John 14, в 14 главе, get here quickly. Я хочу, чтобы мы зачитали несколько мест. He begins to talk about what his kingdom would be like. Он начинает говорить о Царстве Небесном. What knowing him would look like. И те, кто знают его, будут, как они будут себя вести. In verse 12, в 12 стихе, he said, most assuredly I say to you, истинно, истинно говорю вам, he who believes in me, кто верит в меня, greater works than these shall he do, because I go to my дела, Father. Которые я творю, и он сотворит, и больше сотворит, или я иду к Отцу моему. Let's think about some of the works he did. Подумайте о тех делах, которые он творил. Did he open blind eyes? Открывал ли он глаза слепым? Да. Did he open deaf ears? Открывал ли он уши глухим? Да. He was moved with compassion. Он был сострадателен. I'd like to say this, Lord, move me with what moves you. Я бы хотел бы сказать, Господь, делай во мне то, что заставляло тебя служить людям. We know even as he knew this would be his last time in Jerusalem. Даже тогда, когда он знал, что это будет последнее посещение Иерусалима. He was moved with compassion. Он был сострадательным, он был движим состраданием к людям. Jerusalem. Он говорил: Иерусалим, Иерусалим. How I want to gather you. Как бы я хотел бы тебя собрать вместе. How I wanted to put you under my wings. Как страстно хотел собрать тебя под мои крылья. That same Jesus. Это тот же Иисус. Wants to put his wings over Odessa. Который хочет покрыть и Одессу. He wants to cover this city. Он хочет покрыть всю весь город. In protecting love. Чтобы сохранить и своей любви. Welcome, Yeshua. И мы говорим: добро пожаловать, Иисус. Добро пожаловать, Иисус. Greater works. Дела, которые я творил. Вы больше творите. Just for a select few. Это не для того, не для некоторых избранных. One time, однажды,
I've seen a lot of miracles happen. Вообще я видел очень много разных чудес, происходящих в моей жизни. Through children's hands. Особенно я видел чудеса, которые проходили через руки маленьких детей. I remember one night in Switzerland. В Швейцарии один вечер во время служения. In Geneva. В Женеве. With the Swiss. Со швейцарцами. The inventors of the clock, yard, the clock. Те, которые очень четко по часам живут, и как бы они самые лучшие часы имеют. And the meeting was supposed to finish at 9 o'clock at night. В 9 часов собрание должно было бы закончено. At 10 o'clock, Holy Spirit was still moving. Дух Святой так действовал, что в 10 часов еще продолжали люди оставаться в собрании. I asked the leader what to do. Я спросил старших, что делать. He said, "Give the people opportunity to go." И он говорит, позволь людям, там скажи людям, идите. Кто хочет идти, идите. Nobody moved. Но никто не вышел из зала. It was after midnight. Уже было время за полночь. Before people started to leave. Тогда, когда люди начали потихоньку ехать домой. The next morning. Следующее утро. I go into the worship hall. Я пришел в собрание, там, где проходило служение. The presence of God. Присутствие было still so tangible, настолько было чувствительно еще на том месте. I said to the Lord. Я начал общаться с Богом, говорю, Господи. Lord. Господь. I'm tired. Я устал. I don't want to have to lead this meeting. Я не хочу вести это собрание, не хочу ничего говорить. Put your anointing on someone else. Передвинь помазание на кого-нибудь другого. And when I said that, как только я сказал, I felt the anointing come from behind me. И я начал чувствовать, что помазание как бы так сзади меня осталось. And there was this little 4-year-old Jewish girl. Я повернулся и вижу там девочка, еврейская девочка, которая 4 года. Her name was Cedar. Сида. I said, Cedar, come here, baby. Сида, пойди сюда, девочка. I don't want you to feel pressure. Я не хочу, чтобы ты чувствовал давление. I just want you to do only what Holy Spirit tells you to do. Но я хочу, чтобы ты делал то, что Дух Святой будет пытаться делать через тебя. And that 4-year-old girl вот эта 4-летняя девочка started going to adults, она начала подходить к взрослым людям, and prophesying to adults the secrets of their heart. Начала пророчествовать людям секреты ихнего вот внутреннего состояния. And some of those adults, и те взрослые люди, were on the floor for hours, они лежали на полу часами, weeping, плакали, рыдали, because the secrets of their heart were told to them from a 4-year-old girl. Потому что секреты их сердца были раскрыты 4-летним ребенком. Lord, Господь, tonight, сегодня. Tonight, сегодня вечером, release your anointing. Release your anointing. Помазание, Господь, to empower, чтобы снарядить нас, release, и высвобождать нас, your people, твой народ, in works of ministry, в служении, healing gifts, miracles, prophetic, evangelism, евангелизации, all kinds of wonderful things, все то, что прекрасно и удивительно, greater works, большее призвание. Then these shall you do. Иисус говорит, вы больше всего сотворите. Because I go to my Father. Потому что я иду к моему отцу. Something is happening right now. Сейчас происходит нечто. As I am declaring greater works. Когда я провозглашаю великие дела Божьи. How many want a shift in your life? Как многие из вас хотят перемен в вашей жизни? I don't know what it's like here in Ukraine. Я не знаю, как у вас здесь в Украине. But I know one of the chief problems we have in America. Но я знаю самая большая проблема в Америке. Is that believers are perpetually trained. Что верующие, они приготовили, научены. But they are not released. Они были научены, но они никогда не были высвобождены. Jesus. Иисус. In 3 years. 3 года. In 3 years, в течение 3 лет, doing life with his disciples,
который учил своих учеников. He empowered them. Он снарядил их. And after he died, crucified, and rose from the dead. Но после того, как его распяли, он умер и воскрес из мертвых. He encouraged and was seen by them. Он был видим ими, и он их вдохновлял. But he told them, и сказал им так, следующее. Wait. Ожидайте. Go to Jerusalem and идите wait в Иерусалим и ждите, until power from on high пока comes. Не придет сила свыше. In John 14, verse 15, 14 глава Иоанна, 15 стих. Yeshua said, if you love me, keep my words, keep my commandments. Keep my commandments, keep my words. Если вы будете исполнять мои слова или мои повеления. And I will pray. И я буду молиться to the Father. Чтобы отец молиться отцу. And he will give you another helper. Ибо он и даст вам другого утешителя, помощника. The Spirit of Truth. Дух истины. Thank you, Holy Spirit. Спасибо тебе, Дух Святой. Welcome, Holy Spirit. Добро пожаловать, Руах, Дух Святой. Welcome, Spirit of Truth. Добро пожаловать, Дух Истины. Welcome to speak to us. Добро пожаловать, говори к нам. Welcome to help us. Пожалуйста, помоги нам. Welcome, Holy Spirit. Приди, Дух Святой. To lead us and guide us into truth. Веди нас и направляй на всякую истину. To free us from every lie. Освободи нас от всякого, от всякой лжи. Welcome, Holy Spirit. Добро пожаловать, Дух Святой. Welcome, we welcome your power. Мы приглашаем твою силу. We welcome your fire. Мы приглашаем твой огонь. We welcome. Мы приглашаем. We welcome your comfort. Твой уют, твое обеспечение. Hallelujah. Аллилуйя. Hallelujah. Аллилуйя. Боже Дух Святой. Больше Дух Святой. Боже Дух Святой. Дух Святой. Больше тебя. Боже Дух Святой. Больше Духа Святого. He wants to come. Он хочет делать и быть здесь. He wants to abide. Он хочет пребывать. He wants to dwell in our hearts, in our midst. Пребывать в нашем сердце и посреди нас. Some people are afraid of Holy Spirit. Поэтому многие люди боятся Духа Святого. Some people think, well, I don't know what will happen to me. И многие думают, о, я не знаю, что со мной произойдет, если... If I really give myself to Holy Spirit, если я полностью подчинюсь Духу Святому, will I be, start doing weird things? А может, я начну там дергаться, или какие-то вещи странные со мной будут происходить? What is weird? What is strange? А что такое странное? Что такое удивительное? When heaven looks on us, когда небо смотрит на нас, when the angels look on us, и когда ангелы Господни смотрят за нами, they think we're strange. Мы, он смотрит на нас, как мы вот сидим, и уже видит мы нас странными. Потому что мы ничего не делаем. They always have joy in heaven. Потому что у них всегда там радость, у них всегда там идет хорошее прославление. One sinner repents. Когда один кающийся грешник кается, all heaven rejoices. Все небо кричит. It's a never-ending party. They're before him always. Они перед Божьим троном всегда. They have instantaneous obedience. У них постоянное именно подчинение или исполнение Божьей воли. Whenever the eyes of the Lord look, wherever they look, куда бы ни смотрели Божьи глаза или очи, they released like flames of fire. Они fiery messengers. Огонь, посылаемый из очей Господних. Holy Spirit. О, Дух Святой. Is the Spirit of Truth. Это Дух Истины. He comes
to free us Он приходит, чтобы дать нам свободу from the lies. От всякого, от всякой лжи и обмана. Who is the father of lies? А скажите, кто отец лжи? Всякой лжи. Correct. So who is the Spirit of Truth? Holy Spirit. А Дух истины это что? Comes to speak truth to us. Он приходит, чтобы сказать нам истину. Holy Spirit. Дух Святой. Would you come now? Приди сейчас. And speak truth. И говори к нам истину. Why don't you just pray that right now? Давайте мы начнем молиться в этом направлении. Just pray, Holy Spirit. Дух Святой. Welcome. Добро пожаловать. Speak truth inside of me. Говори мне истину, которая внутри меня. Show me. Покажи мне. Come, Spirit of Truth. Приди, Дух истины. Come, Spirit of Glory. Дух твоей славы. Come.